Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка Елена Дерегетти. Мы с вами в местечке Сикьяма. Местечко называется Сан-Бернардино. И вот такая вот шикарная церковь здесь. Диво Бернардино. Дом. Мы были вот в этом бар-ресторане, скушали тортик такой с мороженым и попили по капучино. И вот сейчас мы пойдем вот в эту круглую церковь зайдем. Хотя вот еще есть маленькая церквушечка. Но это прям вот каменный у нее верх. Все камнем выложено, крыша. Так, как бы не упасть здесь. Смотрите, какие ступени здесь старые. Выложены вот так. Таким образом. Ну, очень древние. Аж неудобные. Здесь уже поновее, но, может быть, этим лет 100. А тем так прям 200. Вот такая вот пристроечка. Может быть, здесь даже церковный работник живет. Ну вот, вот мы в этом... Вот на этой терраске мы там... Ну там музыка играет. Снимать я не решилась. Потому что... Смотрите, какие большие двери. Ведь оно когда-то открывалось вот так вот, крупно, для больших людей. Потом вот такой вот проемчик небольшой сделали. Да, год не вижу. Давайте подойдем ближе. Так, здесь ничего не написано. Давайте посмотрим на саму структуру двери. Видите, вот здесь вот так вот оно все старенькое. Может быть, им лет 100. Петли более модерновые, не то что там старинные. Ух ты! Вот такой купол. Марко, ту гвардату квантианя. Виды. Здесь вот... А, эколь ква. Una miglia 837. Дон Антонио Бертолини. Ну как вот написано. И вот и стало дичиндо 837. Numero, numero 837. Non c'entra niente questo. Sì. No. Он говорит, это не года. А что же это такое? 1907 год и 1837. Ну, не знаю я тогда. Может, я совсем тупая. Ну, с этой стороны дверь свежая. А какой здесь? В этом кругу. Она же круглая. Потолок у нее круглый. Звук. Акустика. Аморе, акустика. Мали о бене. Но не бейны. Потому что вот человек разговаривает, и гул такой стоит. Ну, в общем, была задумка. Церковь вот такая старенькая, оказывается. Марко говорит, это не года. Это какие-то номера. Ну, если уж Марко не знает, а я откуда могу знать?
По мне так вот 1837 год. Можно, в принципе, в интернете посмотреть. Там, смотрите, балкончик. И, наверное, есть какой-то музыкальный инструмент. Ступеньки не знаю где. Как туда поднимаются вообще. Ну вот, хотела я посмотреть и вам показать вот такую круглую структуру. И стоит вот такой гул, когда здесь ведут. Даже микрофон есть, батюшки мои. Есть даже микрофон. Марко, ту ми сенти? Ту ми сенти, коза дико? Ти ланно анки микрофону? Да. Акустика, но не так, так не такая хорошая, так будем говорить. Он шутит надо мной. Сколько, говорит, ты хочешь делать квартир в этом заведении? Дямо? А вот мы вышли в коридорчик. Вот дверка, которая поднимается на балкончик. Значит, ступеньки есть. Гордо. Марко со мной не захотел идти. Посмотреть вот так вот архитектурное строение. И мы с вами пойдем вот по этой тропиночке наверх, вон к той церкви. А вот какие-то оранжевые цветочки. Прям красно-оранжевые. Ласточкино гнездо. И вон какие-то кусты растут. И вот такая лестничка, если ее видно, на купол. Что если где потекет. Ну вот лестничка-то есть, а кусты там выросли. Надо же их убрать, они же корнями все камни подымут. Запах стоит от цветов. У нас ромашки уже давно отцвели, а здесь все в цвету. Крест наверху. Ну вот вижу колокол. Бронзовый. Не, не подымешь. Не знаю, закрыто или открыто, может. Закрытая. Так, здесь закрыто. Темно, не видно. Ну, короче, обошла церковь вот так. Дверь закрыта. Там два маленьких окошка. И вот здесь речка бежит. И вот меня Марк сидит, ждет. Какие пирамидальные горы. О, сколько снегу. Это ледники. То есть они никогда не тают.
Ну вот я пошла по этой дорожке. Ну вот траву скосили, здесь же ее оставили. Можно на машине подъехать. Ну вот такая вот структура, но закрыта. Ну вот еще хочу сказать то, что вот здесь вот небольшой шелифт, то есть большой для взрослых. Вот он наверх идет. Хозяева живут в Лугано, но все запустили, не инвестируют и, в общем-то, закрыто. Знаю, что вот этот шлифт для маленьких. Вот он идет наверх и вниз. То есть детский или для начинающих. Он функционировал этой зимой. А тот большой нет, потому что там ветрено и холодно. Люди как-то едут там, где более комфортно все-таки. Вот сколько цветов. Шумит водичка вот эта. Мы с вами побыли в Сан-Бернардино. И это будет последнее на сегодняшний год, наверное, видео. У меня есть несколько видео зимнее здесь, но оно такое все дергает камерой, как ненормальное. Вот. Вот такое туристическое место, но почему-то сюда мало кто хочет денег вкладывать. Жалко, конечно. Марка говорит, если были бы у нас деньги, мы бы, конечно, здесь дом купили. Не то, что чтобы на работу ходить или что, просто жить на пенсии. Ну вот, желаю вам всем здоровья, счастья, долгих лет жизни. И вот колокольный звон. Всем удачи!